Здравствуй, отец. Это Саша. Пишу тебе из Владивостока. Пишу коротко, потому что не уверен, что ты живешь по этому адресу. А может быть, и не живешь вовсе. Как мама не стала, ушел работать в море, чтобы меньше бывать в нашей квартире. Сюда идут либо романтики, либо, как я, люди, которые сбежать хотят. Ты б тут не справился, раз с нами-то справиться не смог.